мы как офицеры, как дали нам команду, скажем, сегодня собрали, а завтра мы уже взяли свои вещи, сели на автобус и поехали в Агдам. Люди, которые в этой армии воевали, были очень-очень хорошие, очень, как говорят сейчас, военно-патриотическое отношение было на очень высоком уровне. Я был командиром батальона во время войны, и эти ребята стояли насмерть, они не уходили. Вот у меня были такие солдаты, такие ребята, и благодаря этому мы добились очень больших успехов. В 1994 году последние бои шли в городке Городис. 3 марта армяне начали массовое наступление в направлении Городис, и как раз напротив них стоял мой батальон. И вы представьте, что армяне трое суток стреляли из пушек, танки атаковали. Но мои ребята не отступили. И после этого президент покойный наш Гейдар Алиев, наш национальный лидер, он приехал туда. Он был в наших позициях. И после этого был издан указ о награждении лиц, которые принимали участие в этих боевых действиях. В военной поликлинике встретил одного солдата. Мы были у врача. И врач мне говорит, что этот человек – участник апрельских событий 2016 года. Я у него спрашиваю, говорю, а там был подбитый танк под Ля-Ля-Тапе. Что с ним стало? Говорит, мы когда забрали эту территорию, мы этот танк отволокли. Взятие этой высоты – это большая гордость лично для меня, что наши смогли отомстить этим убийцам, которые там были, которые не давали нам поднимать голову. И очень много, представьте, что со времени, после того, как было прекращение огня в 1994 году, на этом участке очень много снайперов убивали наших ребят. Азербайджанская армия – самая сильная армия по своему духу, самое главное – по вооружению, по личному составу, по их подготовке, по их готовности. И они это продемонстрировали и по сегодняшний день демонстрируют на поле боя. Наш президент, он делает все, чтобы наши земли были освобождены от вражеских этих армянских оккупационных сил. Все граждане нашей республики поддерживают его в этом деле, поддерживают вообще его государственную политику. Он заботится о каждом гражданине нашей республики, он заботится о всех азербайджанцах, которые находятся за пределами нашей республики. Когда начались боевые действия и начали освобождать эти территории, представьте, что я так участвовал в этом деле. Хоть и со стороны смотрел, но я участвовал в этих мероприятиях, в этих боевых действиях, потому что это все были мне очень знакомы, и я, скажем, душой болел, что вот так наши освобождают эти земли. Потому что, ну знаете, это джебральцы, они что говорят? Говорит, ну пойдем, будем целовать эту землю. И я думаю, что настанет момент, когда я тоже поеду туда.